Самарскому метро 35, а троллейбусу 80 лет. Об этих знаменательных датах рассказывают эксклюзивные транспортные карты, которые выпустили в преддверии празднования Дня города. В разработке дизайна принимали участие и сами жители города. Присылали на обсуждение фотографии и другие изображения, вносили предложения. Это карты для обычных пассажиров, то есть не школьные, не студенческие, а просто для разовых поездок. На них изображен, ну, стилизованный, соответственно, такой под старину, на одной метрополитен, на другой троллейбус. Вот, пожалуйста, их можно приобретать, пользоваться. Срок карты не ограничен, ее можно вот себе купить и ездить по ней столько, сколько нужно. Новые карты рассчитаны на поездки с оплатой по безналичному расчету 32 рубля за одну поездку. Общий тираж брендированных карт – 2000, но если они будут пользоваться большой популярностью, выпустят еще. Стоимость карты будет такая же, как у обычных карт. Ее можно будет найти, в первую очередь, это в наших офисах продаж по городу. Это адрес Марис Тореза, 67А, это в здании департамента транспорта. И второй офис – это Фрунзе 70. Офисы работают с 9 до 18 часов. Ну и, собственно говоря, также поступит в продажу в почтовое отделение. Там можно будет приобрести карту. Функционал ее остается таким же. Во всех указанных подразделениях, а также через сайт объединенной транспортной карты и банковский онлайн-ресурс можно пополнить карту на любую сумму и расходовать средства по мере необходимости. Как отмечают городские власти и представители транспортных организаций, подобная практика хорошо себя зарекомендовала. Жители активно интересуются оригинальными транспортными картами. В прошлом году у нас выходила юбилейная транспортная карта в честь 60-летия полета человека в космос. Вот в позапрошлом году у нас тоже была юбилейная карта. Тогда у нас было 105 лет трамвайному движению в Самаре. Мы видим, что такие карты, они пользуются спросом. Есть даже люди, которые специально их коллекционируют. Поэтому вот эту практику мы продолжаем. И к другим каким-нибудь юбилейным датам также будем в дальнейшем выпускать специальные тиражи. Напомним, что к началу учебного года в городе выпустили транспортные карты в виде наклеек. В таком формате есть единая школьная и студенческая карты. Подобный проездной можно прикрепить к задней крышке смартфона, к чехлу, кошельку или портмоне. Местные жители оценили их удобство и быстро раскупили. Но скоро в продажу поступит дополнительный тираж карт-наклеек. С пассажирами постоянно поддерживают обратную связь. Лимитированные транспортные карты принимают во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и в метрополитене, а также в электричках. Юбилейные карты с символикой самарского метро и троллейбуса поступят в продажу уже на этой неделе. О старте продаж сообщат дополнительно. Следите за информацией в социальных сетях, официальных аккаунтах администрации Самары и профильного городского департамента. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.